Это лайф, мы продолжаем. Появилось видео взрыва на свадьбе в Турции. Трагедия произошла в городе Газиантеп, это юг страны. Прямо во время свадебной церемонии погибли 30 человек, больше 100 получили ранения. Полиция, террористка-смертница подорвала себя в толпе. Люди вышли на улицы, чтобы продолжить торжества на свежем воздухе. Ответственность за эту атаку пока никто на себя не взял, но турецкие власти уверены, произошедшее теракт. Президент страны Эрдоган заявил о причастности к этому ИГИЛ. Газиантеп расположен недалеко от турецко-сирийской границы, живут в нем в основном курды. А на севере Сирии, как раз и южнее Газиантепа, сейчас идут бои между курдскими вооруженными формированиями и террористами ИГИЛ. Oh!